Рядом со мной Лора Камбо. Лора, добрый вечер. Добрый вечер. Лора, вы тоже Сизовс Продакшнс. У вас такие таблички. Давно вам их дали? Ну мы пришли сюда с Еленой Сизовой, она наш продюсер. И мы работаем с ней, ну как бы представляем ее лейбл Сизов Продакшн. Это вот праздничный выигрышный сертификат. Лора, что у вас произошло за лето? Знаю, был концерт, может быть, песни какие-то новые появились? Произошло много всего нового. Сегодня я буду петь новый кавер свою любимую песню Полины Гагариной «Ты не целуй». Вы исполняли уже ее на сцене, вот на большой, для зрителей? Нет, первый раз. Можно сказать, премьера, да, сейчас? Да, да, сегодня исполняю первый раз. Надеемся, что порвет зал ваша песня. Лора, какие у вас цели на осень поставлены? Может быть, сольник сделаете? Может быть, песню еще одну напишете? Если честно, планов много. Как бы секретов пока не раскрываю. Но смотрите, ну... Смотреть и следить за соцсетями, да? А куда можно подписаться? В ВК, либо в Инстаграм есть вы? Я чаще всего обитаю ВКонтакте, в Ютубе. Самые такие мои любимые сети. Какие пожелания всем тем, кто сегодня здесь выступит, и, может быть, просто гостям, кто просто пришел поддержать? Всем хорошего настроения, позитива. Развитие, процветание, и не останавливаться на достигнутом.